В общем, всем привет, друзья! Начинается этот новый влог. Вчера я выложила один из влогов из Москвы. Сегодня я уже снимаю второй или какой-то по счету, четвертый, пятый, наверное, влог в Москве. Я все выложу до конца. И сегодня влог называется «Питер», потому что сегодня мы отправляемся в Питер. Уже часов 21:30, нам нужно уже быть там. Мы поедем на автобусе, потому что заказали тур специально по Питеру. Мы будем отдыхать в отеле, гулять по Питеру в разных местах. Так что смотрите мой влог до конца и приятного вам просмотра. В общем, я решила в поездку надеть вот такой вот лук. Просто обычную черную футболку, сделала сегодня, помыла голову, сделала укладку более-менее такую подходящую, надела карго, чтобы легче было, и мы будем ехать, получается, всю ночь. Сегодня сядем вечером, прям часов в 10 у нас отправление, и с утра в 8 мы приедем только в Питер, поэтому мы всю ночь будем ехать, вот как-то так. Сейчас мы находимся на ВДНХ, мы ждем свой автобус и будем выезжать уже. Вот, осталось еще совсем чуть-чуть, сейчас время где-то 8 часов с чем-то минуты, я не посмотрела, не успела, вот. А пока мы гуляем по ВДНХ. В общем, ребят, только сейчас пришлось подключить.
отключиться. Мы сейчас уже находимся, не знаю, в каком городе. На часах сейчас 3-4 утра. Мы остановились, чтобы выйти в туалет на заправке. Короче, это вообще полный пипец. Очень тяжело спать в кресле, если честно, на сиденьях. Но как-то пытаемся. Вот, я даже успела поработать какое-то время. Но хочу сказать то, что в таких условиях все равно как-то очень круто путешествовать. Я человек, очень люблю путешествовать. Мы вместе с Сашей очень любим путешествовать, поэтому для нас это прям вот вообще что надо. Это очень круто. Вот, и, наверное, уже нам сказали то, что где-то уже в 7:45 у нас будет завтрак в отеле, и мы уже приедем в Питер. Поэтому, я думаю, совсем скоро. Я даже успела поработать, я работала, немного там монтировала, немного дела, своими делами занималась. Все успела. Это очень логично, потому что... Oh,
потому что таким образом он обогащается. Продал один мешок, купил два мешка. Мы сейчас гуляем по Питеру, вот. Мы вообще в основном ездим на автобусе, нам показывают, нам все рассказывает гид. Но потом на 15 минут мы обычно останавливаемся, чтобы посмотреть местность. Мы не смотрели на мою прическу, сейчас вообще ужас полнейший творится. Вот, я уже наконец-таки хочу остановиться в отеле, нормально привести себя в порядок. Вот, а так пока гуляем, очень много фотографий сделали, видео сняли. Короче, в общем, все очень круто, так что смотрите дальше. Короче, ребят, посмотрите, какая красота. Это морефлотское училище, туда, здесь учатся моряки, там стоит корабль, вот, а это наш кусток. Мы сейчас пока тут гуляем, короче, очень круто, это Саша. As it's close to me, she's been feeling further than her memory. Just want to go back to how it used to be. Thank you.
конец Октябрьска. Сейчас мы, надеюсь, благополучно припаркуемся. Yeah.